В рамках реализации проекта «Чистая страна» и отработки наказов Народной программы партии одинцовские депутаты-единороссы проверили ход работ по капитальному ремонту плотины на реке Большая Веземка в Голицыне. В рамках муниципального контракта, заключенного в 2022 году, предусмотрены работы по ремонту гидротехнического сооружения в соответствии с техническими решениями, планировка прилегающей территории, обустройство тротуара, установка бортового камня, посев газонной травы. Работы выполняются быстро и предварительно будут завершены через 2 недели. Качество и сроки выполнения работ контролируют представители теруправления Голицына, местные жители и депутаты-единороссы.